Дорогие друзья, это хит час, но я бы даже сказала, что это хит дня, абсолютный хит сегодняшнего дня, потому что сегодня вот эти вот пальто невероятно хитуют и пользуются невероятной популярностью у наших телезрителей. Мы с Альбиной себе уже тоже подобрали такие пальто, потому что цена на пальто 3990 рублей, в магазине даже куртку не купишь за эти деньги. Посмотрите, рекомендованная цена от производителя была 11 тысяч рублей, но не сегодня, сегодня мы экономим 7 тысяч рублей. Кстати, бежевый цвет у нас уже закончился, зеленый, который вот я вцепилась просто напросто двумя руками, это мой любимый цвет, он уже в ограничении, я выбираю его для себя. Красный, фиолетовый, синий у нас также есть. И что у нас с размерами? Посмотрите, размер нарез 48 по 58. Те размеры, которые обозначены красным цветом, они в ограничении, они пользуются не наибольшей популярностью, поэтому, если вы обладательница этого размера, успейте позвонить прямо сейчас. Ну что ж, Альбин, давай с тобой рассматривать. С удовольствием, потому что вещь сезонная, вещь, которую мы будем носить как минимум полгода, вещь на синтепоне, вещь, которая согревает до минус 10 градусов, причем по всей своей длине. А длина здесь колоссальная. Пальтовая, ниже колена, даже при росте 1,75 м. Мне очень симпатично это пальто, потому что редкий случай, когда пальто на синтепоне выглядит так эффектно, так модно и удерживает тепло до минус 10 градусов. Это прекрасно, это отлично. То есть это то пальто, которое мы будем носить, и сейчас оно вот становится актуальным. И зимой нам не страшен дождь, нам не страшен снег. Нам не страшен ветер в этом замечательном пальто. Скажи, пожалуйста, как мы подбираем размер? Размерный ряд, например, с 48 по 58, но вот некоторые размеры у нас в ограничении, те, которые обозначены в красном квадрате. Ну, давайте с вами посмотрим, как же мы будем выбирать свой размер. 50, и твоего любимого изумрудного оттенка я замеряю, 53 сантиметра у меня до 50 размера получается. Напоминаю, конечно же, что ткань здесь не очень хорошо тянется, а этого и не надо, это все-таки верхняя одежда. Одежда размер в размер по груди. Пока у нас попадает. Давайте сделаем замеры по бедрам. Здесь должно быть небольшое расклешение для удобства посадки, для широкого шага. И действительно, так оно и есть. 59 сантиметров для 50. Отлично. Напоминаю, что 52 это 61 сантиметр, 54 это 63. С каждым размером прибавляем 2 сантиметра. Рукав. Длинная рукава. Да, рукав здесь тоже длинный, как и само пальто. Ой, вот у меня его кто-то подвернул, потому что, видимо, даже и длина. И он все равно длинный. Равно длинный, согласна. 65 сантиметров у меня без отворота. Не переживаем, если рост, как у моей мамы, 1,56 м, она всегда сдает в ателье и тратит еще дополнительные деньги, чтобы укоротить рукав. Здесь не придется тратиться. Больше, посмотрите, запас есть 6 сантиметров для того, чтобы рукав подвернуть. Ну и длина самого изделия. Сейчас барабанная дробь. Нам с Оксаной она очень симпатична, потому что мы любим платье носить зимой. Да. Мы хотим оставаться женственными и вам рекомендуем. И в этом длинном пальто мы с успехом можем носить даже укороченные юбки. 108 сантиметров длина. Отлично. Вы посмотрите на наших красавиц просто. Ведь мы говорим о пальто. Дорогие друзья, я имею рост 173 сантиметра. Часто, приходя в магазин, я спрашиваю, это пальто? Мне говорят, да, да, пальто. И вот я надеваю пальто, и я понимаю, что пальто мне все равно выше колена. Хотя я не скажу, что я обладаю там самым высоким потому ростом. Потому что пошито на 165, на 160 обычно. Это среднероссийский рост. А наше пальто сшито для женщин от 1,50 м до 1,85 м, да даже до 1,90 м, я думаю. То есть здесь длина, соответствующие размеры, идеальная. И, конечно же, большой размах. Посмотрите, наша Анна, красавица, которая выбирает красивый фиолетовый оттенок, очень благородный. Мне нравится, как сидит на Ане пальто, которое она выбрала своего размера. Анечка носит у нас 54 в жизни, 54 размер она и выбирает. Не добавляет совершенно себе размеров. Наоборот, смотрится еще более тонко. Знаете, за счет чего? За счет того, что у нас очень правильно, диагонально простеган наш синтепон. Да и еще благодаря, конечно же, правильной длине и крою нашего пальто, который удлиняет фигуру, который убирает сантиметры по бокам. Рост у Ани 1,77 м. Давайте посмотрим, закрыто ли у Ани колено. Так, барабанная дробь, закрыта! Причем ровно на 5-7 сантиметров ниже колена. Это значит, что и наша высокая Анна будет носить такое пальто с юбками-карандашами зимой, с высокими сапогами кожаными и наслаждаться абсолютным теплом до минус 10 градусов. В составе синтепон. Сверху очень качественный плащевый полиэстер, который всем нам знаком. Помните, вот этот плащевый, плотный, который не продувает ветром, который не промокает под дождем. Но не надо только под ливни попадать, с ливнем в любом случае зонт вам необходим. Но это пальто, конечно же, уникально тем, что оно теплое,
и не добавляет нам совершенно ни одного размера. Ну а давайте теперь посмотрим на нашу красавицу, которая прибежала в своем любимом цвете. Оксаночка надела изумрудный, и мне, да, действительно, ты права, тебе очень идет этот цвет. Я очень люблю этот цвет, и мне очень радостно, то, что этот цвет пока еще есть в наличии, но вот только он в ограничении, вот беда. Но ничего, я думаю, что я успею его приобрести. Если вы хотите приобрести пальто в этом цвете, то, конечно же, вам стоит поторопиться. 3990 рублей цена за пальто, которое не промокает, не продувается ветром. Ну а самое главное, конечно же, мне очень нравится то, что это пальто еще меня стройнит, потому что когда я надеваю стеганые вещи с наполнителем, даже я, в принципе, ну, я не скажу, что я полненькая, даже я приобретаю лишние объемы. Ты знаешь, мне очень нравится, как ты отстегнула капюшон, и твое пальто сейчас трансформировалось из пальто для активного образа жизни в красивое, элегантное, классическое пальто, которое я вижу и с вечерним платьем, которое я вижу с каблучком, которое я вижу с элегантными нарядами. Шикарное пальто-трансформер. Это практически два пальто за эту сумму. Отличная посадка на любом типе фигуре, на любом размере, вот из нашего размерного ряда, вписывается отлично размер в размер. И вы знаете, здесь очень много правильных элементов, которые позволяют защитить шейку вот такими кнопками. Здесь можно не добавлять кашемировых шарфов или водолазок. Здесь очень надежная молния, которая скользит как по маслу. Здесь отличная защита молнии еще и кнопками. И очень и очень красивый в тон, красивая подкладка, которая будет позволять вам носить такое пальто даже поверх шелковистых блузок или туник. Ну и мне, да, конечно же, еще симпатичен капюшон. Давайте ему уделим время, потому что капюшон у нас также на синтепоне. Он заменит нам шапки в случае необходимости. Ну а если капюшон вам нет необходимости носить, то тогда образ Оксаны мне очень симпатичен, потому что элегантность прежде всего даже зимой. Да, ты знаешь, мне тоже очень нравится это пальто. Мне нравится то, что капюшон у нас пристегивается внутри. Это значит, наш воротник еще является таким дополнительным шарфиком, который нас убережет от ветра, например, пальто. Невероятно легкое, но при этом очень теплое. Внутри синтепон, наполнитель. И все это по цене 3990 рублей. Давайте посмотрим на цену. Как менялась наша цена? Наша цена не всегда была такая. Цена почти 11 тысяч. Цена, рекомендованная производителем. Я напоминаю, что мы работаем напрямую с нашими производителями. И именно... Именно поэтому, дорогие друзья, нам удается добиваться снижать цены вот таким вот образом, почти на 7 тысяч, ровно на 7 тысяч цена сниженная. Ну что ж, девчонки, вы все не по-своему красивы, разные размеры, разный рост абсолютно. Мы вас с удовольствием рассматриваем, потому что на каждый из вас пальто вот такой уникальной длины миди садится, как вечернее платье, совершенно не добавляя вам размеров, совершенно не доставляя вам дискомфорт, абсолютный комфорт за счет, конечно же, длины и правильного кроя, который стройнит. Правильная стежка, диагональная, которая прижимает, сжимает синтепон, которая в зоне талии корректирует фигуру. И даже если у вас нет ярко очерченной талии от природы, вот в этой куртке, в этом пуховике, в этом пальто талия появится за счет вот таких достаточно частых диагональных прострочек. Мне очень симпатичен такой вариант, потому что лично я люблю вещи, которые меня стройнят. Я также не хочу добавлять себе размеров, и я не хочу, чтобы вы переживали по поводу своего внешнего вида, когда вы носите свое любимое пальто. И это пальто как раз будет служить вам таким верным и надежным спутником, который будет доставлять массу удовольствия. Массу удовольствия доставляет мне сегодня это пальто. Во-первых, мне легко, оно абсолютно не сковывает мои движения. Я могу пойти спокойно гулять даже на детскую площадку, например, с маленьким ребенком, либо, например, пойти по своим каким-то делам, даже активными видами спорта. Я могу даже на лыжную прогулку отправиться в этом пальто. Правильный крой, правильный лекал. Ну, конечно же, сегодня правильная цена. 3990 рублей цена за пальто. Девочки, это не куртка, это не полупальто, это пальто. Пальто удлиненное, которое прикрывает коленную чашечку. Даже на мне, у меня рост 1,73 м. Посмотрите, сколько у нас осталось. 76 экземпляров, 76 пальто у нас остается на данную минуту. И буквально несколько минут у нас остается до завершения этой рубрики в прямом эфире. Поэтому успейте записать номер лота 85 810. 3990 рублей цена за великолепное, отличное
отличное качество. Пальто, которое вас согреет. Пальто, которое не боится ветра, не боится мороза, не боится дождя. Ну, а я быстренько хочу показать еще один элемент, о котором мы в этой презентации не озвучили. Это молния, которая расстегивается также снизу. Это, конечно же, удобно во время посадки в транспорт. Это удобно, когда спешите на автобус, когда гуляете с ребенком и бегаете, играете с ним в снежки. Молния у нас расстегивается еще и снизу, ровно на то количество сантиметров, на которое вам необходимо. Вот она, обеспечиваете себе ширину шага, обеспечиваете себе легкое движение. И в случае необходимости, конечно же, застегивайте наглухо и сохраняйте тепло до минус 10 градусов.